Разборки боевиков в Луганске продолжаются. В российских СМИ появилась информация, что главарь так называемой ЛНР Игорь Плотницкий вместе со своими подчиненными сбежал в Россию. Хотя, по данным других источников, он не покидал здание администрации в Луганске. Напомню, конфликт начался после того, как Плотницкий уволил главу псевдо-МВД Игоря Корнета. Однако тот отказался уходить в отставку. Тем временем первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хук запланировал встречу с главарем так называемой ДНР Александром Захарченко. Будут говорить о безопасности наблюдателей миссии. В Минобороны Украины считают, что Россия использует ситуацию для усиления боевых действий на Донбассе. Кроме того, из-за конфликта боевиков жители Луганска не могут снять свои деньги. У банках та банкоматах Луганська відсутні готівкові кошти. За попередньою інформацією, вся готівка була вивезена на територію Російської Федерації. Пенсіонерам, які звертаються до працівників фінансових установ з метою пояснення ситуації, повідомляють, що кошти будуть відсутні до кінця поточного року. Причини не повідомляють.